Сейчас Людмила Старцева гуляет по уютному Бобруйскому парку, но буквально несколько месяцев назад еще находилась в родной Одессе. Переезжала одна и налегке. С собой только самое необходимое. Даже за любимыми цветами попросила присмотреть соседку. Муж с сыном давно уехали из страны на заработки. В Украине, признается женщина, с этим большие проблемы. Я планировала ехать в Европу. Но там, прожив 2 дня, я не прижилась. Я поняла, что это не мое. Я не справлюсь. Я языка не знаю, и литовцы не принимают украинцев. Квартиру снять невозможно, они отказывают. С работы тяжело. Здесь у меня живут родственники. Родной брат моего отца, тобто с женой. И вот я приехала к ним, они меня пригласили, я приехала к ним. Людмилу встретили с распростертыми объятиями прямо на въезде в страну. Пограничники удивляли своим профессионализмом и приветливостью. Уже в Бобруйске женщина сняла квартиру и устроилась на работу в троллейбусный парк. На каждом этапе ей подсказывали и направляли, а это дорогого стоит. Украинка рада, что наконец может чувствовать себя в безопасности. Прошла медкомиссию, тоже в каждом кабинете, все врачи хорошо относятся, вежливо. Ну, нет пренебрежения, как у нас в больнице. У нас, если ты приходишь, у нас сильное пренебрежение, ты прям чувствуешь это. Здесь я пришла, вот, ну, мне приятно даже, хотя по больницам ходить неприятно. Мне было приятно, честно сказать. Я шла налегке, была в настроении. Наталья Назипова до последнего не хотела покидать Луганск, но обстановка накалялась с каждым днем, и женщина приняла решение уехать из Украины. Выбор пал на островок безопасности в центре Европы. Здесь встретили как свою, и Бобруйск уже успел стать вторым домом. Нам сразу откликнулись, приветливо нас встретили. Значит, продуктовый набор нам дали, много вещей, очень много можно выбрать. Я надеюсь, что все здесь получится, и вообще я рассчитываю здесь остаться, если честно сказать. Мне очень нравится город Бобруйск, это великолепный, чистый. Это, ну, просто я без ума. А какие молочные продукты здесь? То же самое. Очень вкусно. Когда связь пропала, семья Ольги Ткачих находилась порознь. Женщина осталась с 11-летней дочкой, а муж и старшая девочка были далеко. Потом они и вовсе эвакуировались из Мариуполя. Почти месяц спустя родные воссоединились и решили покинуть Украину. Бобруйск обеспечил миром и спокойствием, в котором они так нуждались. Нас встречали наши родственники, привезли нас сюда. Потом ребенка, у него 11 лет, 5 класс, школу нас взяли без проблем, то есть плюс директор школы обещал помочь с работой. Помог нам Красный Крест хорошо очень уже, предоставил продукты и вещи кое-какие. Беларусь открывает свои двери для тех, кто в этом нуждается. С конца февраля в республику прибыли уже 27 тысяч украинцев. Поддержка – меньшее, на что могут рассчитывать мигранты в нашей стране. Когда кому-то нужно протянуть руку помощи, здесь не имеет значения, свой ты или чужой. Ну а для беженцев минуты отчаяния единственным приоритетом становится мирное небо над головой. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.